Глава вторая. Дьявол воюет с молящимся. Не нужно заводить разговор с бесом. Геранда, хотя я чувствую необходимость общения с Богом, но молиться не могу. Если ты чувствуешь необходимость общаться с Богом, тогда не понимаю, почему не можешь молиться. Наверное, это искушение. Искушение всегда старается помешать человеку молиться. Геранда, во время молитвы мне приходят мысли о разных делах. Говори, об этом я подумаю позже и продолжай молиться. Геранда, обиднее всего, что все это мысли о делах несерьезных. Именно поэтому нужно оставлять их на потом, потому что если оставишь молитву и станешь ими заниматься, то искушение от несерьезных вопросов перейдет к серьезным, для того, чтобы ты совсем прекратила молитву. Нужно ставить себя на место. Ведь знаешь, что делает Тангалашка? Мирянам он приносит грязные мысли, и они это сразу понимают. А людям духовным приводит на ум разные несуразности, и они этого не понимают, и это опасней, потому что они думают, будто преуспевают, так как не имеют нечистых помыслов, и поэтому даже не смиряются. Ум же у них слоняется там и сям, а сердце остается каменным. Геранда, иногда во время молитвы мне приходит мысль, решение какого-нибудь вопроса, а потом это решение оказывается ошибочным. Дьявол лукав. Он знает, что если во время молитвы приведет тебе на ум нечистый помысел, то ты будешь его отгонять. Поэтому он предлагает тебе решение вопросов, а ты говоришь, так как эта мысль мне пришла во время молитвы, значит, она по вдохновению свыше. Если бы бес хотел тебе добра, то приводил бы тебе эти мысли на ум в другое время, а не во время молитвы. А то появляется посредник и завязывает с тобой разговор, а ты не реагируй. Говори ему, благодарим за заботу, но в ваших услугах мы не нуждаемся. Его задача – духовными мыслями сбить с толку духовного человека. И тогда, как говорит пророк Давид в Псалме 108, стих 7, молитва его да будет в грех. Гернда, во время молитвы мне приходят на ум скверные помыслы или скверные образы. «Это дело дьявола с тем, чтобы сбить тебя с толку. Особенно, когда ты чувствуешь физическую усталость, и еще больше. Когда не хватает времени для сна, тангалашка находит какой-нибудь момент, когда ты находишься между сном и бодрствованием, и представляет тебе скверные образы с тем, чтобы сказать потом, что они твои собственные, и так ввергнуть в отчаяние. Не придавай значения». Повторяй, Господи, помилуй, думай про Христа, Божию Матерь, ангелов, чтобы сосредотачиваться на молитве. Это будет твой ответный маневр на козни небеса. Дьявол препятствует человеку молиться. Геранда, когда я собираюсь бодрствовать в келье, и является какое-то препятствие, что этому виной? Если Бог попускает являться препятствию, значит, выйдет что-то хорошее. А если это происходит постоянно? Значит, есть гордость. Не понимаю, Геронда, что значит есть гордость? Зависит от того, что ты ставишь на первое место. Если на первое место ставишь дела, а потом молитву, значит, даешь искушению право ставить тебе препятствия. Когда человек больше значения придает делам, чем молитве, разве тут нет гордости? А гордость значит и неуважение к святыне. Геронда, что делает искуситель, чтобы отвлечь человека от молитвы? Что делает? Находит тысячи способов. Только человек начнет молиться, он может начать отвлекать его посторонними мыслями, рассеивать ум, мечтаниями, шумом и так далее. Видела бы ты, что было со мной в монастыре Стомион в 1958-62 годах. Раз поздно вечером, я пошел помолиться в храме. Монастырские ворота были закрыты, а двери храма я запер на засов. Ближе к полуночи тангалашка начал стучать засовом без остановки. Крак-крак, чтобы заставить меня пойти посмотреть, в чем дело. Я, чтобы не слышать, пошел в алтарь и там простоял за престолом возле распятия до самого утра. Крест Христов имеет великую силу. Когда я был послушником, тангалашки сильно со мной воевали. По ночам, когда я был в келье, они постоянно стучали в дверь и говорили «Молитвами святых отец наших!» Я открывал дверь, и хотя никого не видел, меня охватывал сильный страх. Потом я уже не мог оставаться в келье. Томился, плакал, молился, бесполезно. Выходил из кельи во двор. Однажды вечером после повечерия меня увидел во дворе один из старших монахов и говорит мне «Чада, что ж ты не идешь в келью? Разве видишь во дворе кого-нибудь из отцов? Все отцы молятся в своих кельях. Тогда я стал плакать и все ему рассказал. Он принес мне частицу честного древа и сказал. Теперь спокойно иди в свою келью. Только я закрыл дверь, кто-то громко постучал. Молитвами святых отец наших. Я сказал «Аминь». Дверь открылась, и в келью вошел полицейский в полной форме, Вместо погон у него были косые нашивки на рукаве, как раньше носили полицейские. Вошел и стал орать. «Ты, грязный монах, что у тебя тут за щепка?» А потом начал смеяться своим очаровательным смехом. Вопил, а подойти не мог, потому что у меня в руках было честное древо. Я громко сказал «Господи Иисусе Христе!» И полицейский обратился в дым.